Батюшки, неужто золотая рыбка сжалилась? Нет, бабуся, это я сам. Молодец. На канале Афроманго Мукбанго очередной мукбанг. Извините, что светит вам в лицо солнце, но ничего с этим поделать не могу. У меня сегодня чай чемпион, вот такой вот. Так, бутерброды, хлеб столовый, кетчуп у меня Хейнц томатный. Это не реклама. Потом майонез Рико на перепелином яйце. Это не реклама. Колбаса сырокопченая Сакраменто. Нет, элитная. Элитная и... чеснок. И чеснок. Это элитная просто. Все. Вся элитная. Вся элитная. А, все. Ну все. Ой, какой чеснок. Ой. Чаек, точнее, чеснок говорю. Чаек. Еще раз. Недавно ботинку чинить тоже, поэтому. Да, это поблагодарю этих новых подписчиков сегодня, пришедших на мой канал. Вот. Большое спасибо. Большое спасибо. Я вас тоже посмотрю. Я тоже благодарю. Большое если спасибо. Вы зарегистрированы в Ютубе. Вот, у вас есть канал свой, я тоже посмотрю, что там. Так, ну ладно. Я обязательно скажу, подпишусь. Это само собой. Это само собой. Так. Ну что ж, приступим к еде. Колбаса падает. Ладно, придержим. Еще раз приятного аппетита. Такой солнечный день весенний. Всех с праздником, женщины. Поздравляю. Здоровья вам, счастья, всех благ, всего-всего самого хорошего. Хорошего настроения. Да. Какая вкуснотища. Скажи, что колбасы очень много. На хлебе. Там колбасы тут вкусно. Много, да.
вкуснотень. Вкусненько. Да. Ой, как вкусно. С чесночком, да? Угу. Или это со мной? Людям скажи, что у нас несколько стран прибавилось к нашему мукбангу на просмотры. У нас несколько стран там прибавилось. Вот. Потому что было? Да. А еще больше прибавилось. Угу. Страны разные. Немного расширилась география моих просмотров. Угу. Да. Это нас очень радует. Угу. Угу. Мы очень любим чай. Обожаем. Причем разных сортов. И кенийский, и азербайджанский, и российский. Китайский. Угу. Всякие зеленые чаи еще любим очень. Так, пожалуйста. Так. Вкуснятина. Конечно, вкуснятина. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Еще двойная колбаска, это вообще. Угу. Два слоя колбасы. Очень вкусно. Ну и само название о себе говорит, конечно. Да. Да. И цена тоже. Ну да, и цена соответственно, конечно. Угу. Сырокопченка не может быть дешевой. Угу. Да.
это вообще считается деликатесом. Да. Да, я в молодости столько колбасы не ела, сырокопченки, сколько я сейчас ем. Ее вообще продажи было днем с огнем не найти, только директора вот из-под полы покупали. Из-под пола. Да. Из-под пола. Все то, что. Деликатесы всякие, я этого ничего не видела. Моя колбаса была любимая, это отдельная, либо ветчинная. Это самое отдельное, 2,20 стоило, ветчинная там чуть-чуть подороже. Масло было 3,50 за килограмм. Сметана разведенная кефиром. Вот это мы видели. Молоко было 28 рублей килограмм. Угу. Ой, не 2,28. 28 копеек. Молоко, я говорю, 28 рублей. Вместо копеек. В советское время вспомнила, а все. Говорю, ценами российскими. Да. Когда за молоко сейчас 28 рублей нету. Конечно. Яйцо можно было проверить в магазине. Такая штучка, или вставляешь в розетку, в каждую ячейку яйцо ставишь и проверяешь, есть там какая-нибудь живность или нет. А, там как лампочка стоит, да? Да, там лампочка. А, проверяет, да? Да. И проверяешь вот каждую штучку яйцо. А теперь этого нет. То есть просишь класть большие деньги, платишь, а проверить не можешь, потому что такого устройства уже нет. Его переплавили на другие нужды. Ну что, вот так. И чай. Немного погорячее. Когда чай горячий, он вкусный. Поостывший не очень. Извините. Так у нас всегда так в роду. Все передается по наследству. Да. Спасибо за комментарий. Ну, прочитай, какой там комментарий. Корабль, молчаливая распаковка. Ну что, хорошо. Так, ну, не обязательно что-то говорить. Можно показывать человеку, да. Будет ясно. Названия по-русски все, не на китайском языке. Но если что, мы переведем. Это не проблема. Ну, трех китайских продуктов у нас, если нет, я не знаю. А, китайский есть чай. А больше я ничего не знаю китайского. И эти предметы быта там, или какая-нибудь другая техника. А продуктов только кроме чая ничего не знаю больше, какие продукты еще китайские. Вкуснотень.
Тебе вкусно, нравится? Да. Господа, приходите на трансляцию. Обязательно, которая состоится сегодня в 19:00. Так. Мы вас будем ждать. Че, я хотел сказать, что это Стокман-то никуда не уходит. Финский-то Стокман тоже. Ну, там хорошо. Угу. Никуда не уходит, ну, из, да, России. Вот они решили не уходить. Угу. Ну, это от них зависит. Хозяин, барин. Угу. Ну и хорошо. Нашлись понятливые люди. Они понятливые, все ушли. Да, я временно все. Ну, не важно. Временно это или не временно. Факт то, что они ушли и ушли. Советую вам приготовить такие бутербродики. Очень вкусно. Покушайте с удовольствием. Очень сытно, очень вкусно. Зарядитесь до обеда. Такой колбаской. Вкуснотища. А, кусок я не сама не. Да. Угу. Вкусненько. Земля переворачивается. Скоро будет темно. Ну да. Угу. Мы ничего с этим не... Мы не можем наш земной шар остановить. Конечно, нет. Какую-нибудь подпорку поставить мы не можем. Конечно. Она крутится и крутится. Да. Крутится, вертится шар голубой. Угу. Крутится, вертится над головой. Что? Опять? Да. Какая вкуснотища. Сегодня погода, сегодня погода очень хорошая, весенняя. Да, морозная, правда. Ну, морозная, солнышко светит, это уже радует. 15 градусов. Да. Я округляю, конечно, 14. Да. Угу. Я желаю всем нам, нашим землянам жить в мире, в согласии. Вот. Да. Обо всем нужно договариваться. Да. Потому что это по-человечески договариваться. Может быть, получится, когда будет мир, может, получится и дружба между народами. Ближнее зарубежье и дальнее зарубежье. Нужно нам, землянам, человекам, чтобы было все хорошо. Чтобы матери и женщины не плакали. Жены, то есть, не плакали от погибших сыновей, мужей, детей и так далее. Потому что это горе. Война – это плохо. Это горе, это несчастье, это беды. Mm-hmm.
по теме петербургского метрополитена. Теперь я буду читать про не про станции, а про эти вагоны старые. Все старые вагоны. Поезда. Ну да, вагоны. Ну, в поезде вагоны, да. А сам-то поезд, блин, да. Называется. Каких марок, каких это, этих самых заводов вагоностроительных. Будет интересно. Да, конечно. Они совсем другого дизайна того времени. Это и были сейчас более современные, красивые. То есть, да, тогда были. Но они были добротные. Добротные и практичные. И все хорошо было. Сиденья, по-моему, были деревянные, да? В старом метро. Ой, в старых вагонах. Или только в электричках было. В электричках? В электричках и наземных, да? Да. Ага, там мягкие были, да? А, в этих старых были мягкие. А, ну там они не очень мягкие. Полужесткие. Так что буду читать. Приходите и слушайте. Да, ждите. Ну, подождите совсем немножко. Совсем немного, да. Пока я всю информацию найду. Это очень интересно в нашем климате и в наших этих самых. Петербург вообще строился на болотах. Мы еще сделали метро. Построили. С нашими пробками метро очень удобно. Хотя и дорого, но очень удобно. Да. Быстрее добираешься до дома. После работы и на работу. Это очень удобно. Какие у нас не результаты хорошие. Это все с праздничками. Да. Да.
Ну, мама же тебе предлагает, это самое, помогает в приготовлении блюд и бутербродов и так далее. И чай завариваю свежий, вкусный. Замечательно, правда? Да. И полезно, и вкусно, и сытно. Сейчас надо чеснок кушать. Угу. Чеснок, лук. И главное, витамины. Вкусная тень. Угу. Да? Ой, хорошо. Все, наелся. У нас совет такой, повторяйте наши бутерброды, это очень вкусно и сытно. Да, уже не раз об этом говорили. Да. Поэтому еще раз повторяем. И на каждом видео надо говорить. Да. Потому что присоединяется очень много людей каждый день. Так, все. Нажимаем на колокольчик. Чтобы не пропустить новые видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Здоровья, и удачи, счастья и всего самого хорошего. Ждем новых подписчиков. Да, ждем подписчиков. Мы вам очень рады. Да, кнопочку красную не забудьте нажать. После или перед просмотром моего видео. В любое свободное время. Да, когда хотите. Днем и ночью. Заходи, если что.